Я так полагаю, зеленый это Данил, да? С чего ты взял? Или синий? Я Марвану не буду юзать. А кто тогда юзнул? Потому что я их пофиксил. А, да? А красавчик. Да. Раздел. Что ты ему сделал? Все Марванов стоят такие, ёбаные все. По инерции. Я вас поздравляю. Просто расхерачиваю, да? Угу. Там челики ковчеги вызывают. Нихера, сфера смерти 32 стоит. Ты чё до неё так цены загибаешь? Так я, а синий это кто? Я. Туран 34. Ах и не. Ну вот, мне хоть было скиллы юзать. А чё тебе время не показано? Таймер мира, сколько там секунд? Там вот справа написано. 2 джина просто. Хуйня, да? Так, я хочу удалить, но я не знаю, какой правильно удалить. Только не героя, пожалуйста. Ну лысый герой там. Удаляй героя, похуй. Купишь дракона, да? Алексей, ну ты знаешь, что сейчас нам нельзя как то драться. А вон таймер мира сейчас же начнется. Ничего не удаляй уже. Ты идешь. Не буду ничего делать. Пошли сначала одного, потом второго. Блядь. А, все, успел. Сначала одного, потом второго. А ты какого цвета, Данил? Я желтый. Я это понял. Погнали, короче. Блядь, ты быстрее меня. Разведчики? А зачем тебе разведчики? Ты что, дурак? Не пошел с ком. Нихуя одного слизи уже. Да отстань ты от меня, алло. Это ты зеленый, что ли? Ебали они меня. Пизда ему сейчас будет. Уйдите нахрен от моего Марида. Баш. Захуярил. Прям в башню. На. Почти. Да, сука. Прострелил тыкву. Мне осталось просто 4 разведчика, я буду валить. Мне Марвана убили. Он теперь, да, короче, не может освещать такой. Просто сразу же проиграл. Ну, типа, смысл. Ну да, тут бессмысленно просто текать. Ах ты ж, сука, героя моего выносишь, да? Псина. Ты ж видишь, на тебя там зеленый алкоголь. Кто в итоге затащит? Да. Я еще твою армию вижу. А, они же временные, бля. Я думаю, что они умерли у меня. Тупые мориды. Тут видишь, пехота уже как-то что-то решает. Ну, естественно. Да, тебе нужно с тучами делать. Типа, либо ослаблять их, либо удорожать. С летучими, а что с ними не так? Ну они сильные. Они не сильные. Тебя просто не пиздили нормально. Ага. Все, выходит. Давай этот